bouncing and hopping, nigga, you can't stop. Bounce. В 1730-е годы за владение компанией. Извиняться за тавтологию не буду, потому что компания – это та область Италии, центром которой является Неаполь. Так вот. В 1734 году сын испанского короля Карл III де Бурбон неподалеку отсюда разбил австрийские войска, и после этого Неаполь перешел под его правление. Строить грандиозный дворец за пределами Неаполя, сравнимый по масштабам с Версалем. Руководить этим проектом Карл поручил голландскому архитектору Луи ван Виттелю, которого тогда на итальянский манер прозвали Луиджи ван Виттелли. Так вот, этот самый ван Виттелли решил за образец дворца взять даже не столько Версаль, тот самый знаменитый Версаль, а королевский Мадридский дворец, в котором прошли детские годы короля Карла Бурбона.
здании оно представляет собой огромный четырехугольник со сторонами 247 на 184 метра, разделенный внутри крестом на 4 внутренних двора площадью около 4000 квадратных метров каждый. Мрамора и золота не жалели. Трудно даже предположить, в какую сумму вылилось бы строительство подобного дворца в наши дни. Полагаю, речь может совершенно точно идти о миллиардах евро. Идеология подобных монарших резиденций – показать все величие своей абсолютной власти, в том числе и над окружающим ландшафтом. It's not the things inside my head keep me going. Don't need someone to throw me money, they should show it. Keep chasing shadows, they're always haunting me.